я просыпаюсь, ну, где-то в 6:30, к 7 мы выходим на работу. Ну и начинается. Вышел на работу, уже давно работаешь. Просто взглядом окинул двор, уже знаешь, что делать. Где быстрее, может где-то сначала собрать, а потом контейнера выкатить, в подъезд идти вокруг дома. Может наоборот, уже смотришь по ситуации. Я вообще работала в детдоме, ночной няней работала. Вот там стоит Лена Павлова, она здесь тогда работала. Ну, как-то мимо ходили, общались, и они меня сюда позвали. Чё ты, мол, тут ты и живёшь, и куда-то там ездишь, ходишь, ничего тут такого нет. Ну, я как бы посмотрела и согласилась. Дети ещё в садик ходили, как-то удобно, очень удобно, всё рядышком, всё дома. Ну, и вот с этого началось. Да, у нас вот так вот в подъезде. Люди очень благодарны за это. Знаете, я не хочу сказать, что такие там прям наглые, такие вот, нет, выходят и здороваются, и спасибо говорят, и где-то что-то даже и помогают. Видят, что там, допустим, зимой, когда тяжело мне выкатывать, бывает снег, лед, что-то, помогают, даже не брезгуют, не за контейнер браться, ничего, спасибо им огромное. По-разному бывает. После выходных, конечно, как-то вот побольше это. А так ничего. Нормально. Ну, мы привыкли, мы, русские женщины, привыкли к этому. Должен же кто-то и убирать. Если некому будет убирать, все будут при должностях. Что тогда будет? Особенно, знаете, вот у нас бывают случаи, когда дворник рабочий вот по дому, и так у нее тяжелый труд. Убрала, подмела, кидают так бычки, там еще что-нибудь, мусорят, бумажки. Делает замечание, они говорят, мы вам за это платим, вы должны. Да, я понимаю, мы должны, но хотелось, чтобы и жители знали, что они должны также уважать труд людей, которые убирают у них. Это мой дом номер 8. 90-е годы. Раньше работал в одной. У меня из трудовой книжки записи, две записи всего лишь. А, нет, записей много, потому что компании менялись. А так, в одной компании работал, в смысле раньше. А оказалось, 90-е годы, распад Советского Союза, вот, заработной платы нема. Пришел я в коммунальное хозяйство, и все. Вот с 90-го, сын родился у меня в 96-м, с 97-го года я работаю здесь на одном месте. По поводу дома. Вот, обращаем внимание туда. Вот, это над козырьком освещение. Над козырьком освещение. Вот, видите, нет? Все новое поставили. Хотя ремонт был, допустим, я не запомнил, лет 15 назад. Вот, новое поставили. Вот здесь, под козырьком, над козырьком, под козырьком. Освещение тоже новое. Заходим, это подъезд, в любой можем заходить. Вот сейчас заходим в подъезд номер 9, звездного 7. Потому что так как мы рядом, мы можем и вот соседний зайти. Вот, для жильцов. Дальше заходим. Заходим дальше. Вот, для кого? Для жильцов. Но работает автоматически, свет, то есть тамбурные. Можем, не знаю, вот можем пройти даже по рожикам, поглядеть. Вот если, я просто, если можно... Чистота. Вот это жильцы. Это жильцы сделали, да. А почему так? А потому что сделали так, чтобы красиво было им. Вот они, видишь, посадили. Это же настоящие вот. Посадили красиво и хорошо. Да, хотя бы немножко, мы спустимся. Смотри, вот, видишь, все. Смотри, какая вот. Это как в квартире. Как в квартире. Посмотри, возле клапана. Возле клапана что-то есть, рассыпать. Все, вот поставили, венчик. Вот. Это возле клапана все стоит. Вот. Ну вот. Вот так вот. С них можно брать пример, и такой компании можно безоговорочно доверять. Я считаю, что можно доверять этой компании. Ну, вы сами видели, что видели. Доводчики почти в каждом подъезде. Я не говорю, что прям вот в каждом подъезде, но по просьбе жильцов обязательно он останавливается. Вот сейчас здесь мы прошли, вы видели сами. Освещение, еще хочу заострить внимание, по поводу освещения. Освещение идеальное. В подъезде, над козырьком, под козырьком. Тамбурное помещение, двери везде стоят, посадочные. Все сделано. Я считаю, что хорошо сделано.
Я очень благодарна своему коллективу. Начиная, я же говорю, вот от рабочих по дому, лифтеры, сантехники, электрики, ИТРовский состав. Понимаете, если бы вот не было вот этой взаимосвязи, я думаю, такого бы у нас не было. Понимают люди, знаете, вот когда просишь, давайте выйдем там на субботник куда-то, помогите друг дружке, не требуют, как, знаете, раньше было там, а вы мне доплатите, а вы мне заплатите. Нет, вопросов нет. Нужно? Идем.